Так. Еще раз. Плечи. Есть покупатель на плечи Ханта и плечи Пала. Нужны ли кому-то эти? Антилу, может быть, все больше никому. Денис, тут Холли Пау на успех плечи нужны. Да, 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 успех. Ну, какой успех? Ретрика? Или танк? Ретрика? Успех, если в ретрика. Смотрим твой успех. Попадешь, а попадешь в топ-15. Не, не в топ-10. В топ-10 это очень легко попасть. В топ-10 попадешь, рекаунт. Без проблем заберешь. Я не говорю. Как ему тут типа в топ-10 попасть? Двоих покупателей брать? Пианист. Подожди, я тут еще, блядь, не пишу. А мне на это, на успех, на танк, у меня автомат, значит, сразу сумка идет, да? Есть на мейн спек. Я просто пятерку это дам, даже больше дам. Редвар, можно такой вопрос? Это ты все-таки специально так говоришь? Нет, я хочу себе танки сам. Почему специально? Про... У меня дан на инспектору кусок. Нет, просто Редвар, ты опять лагаешь. Спека с нынешних успехов. Мне интересен только спек Йены, спек Пирс, спек некоторых плюс. Все остальные успехи в этом рейде, это настолько ущербные успехи, которые для актуального ханта не... А кто хотел на плечи взять на ханта, на локовские? Я. Ты? У тебя этот господин? Да. Если хочешь, ты можешь его взять, мне пофиг. Просто он мне пишет и... Анкел, тебе нужны плечи или у нет? Него нет ЕП. Он говорил, что ему нужны. А он срез был, не? И чё? Ну, до среза-то было. И чё? Вот мне сейчас интересно, нет? Очень сильно мне интересны те люди, которые говорят, вот я на успек хочу. Вы, блядь, на мейн-спек воронки не можете собрать, чтобы мейн-спек, блядь, апнуть. А вы на успек собираетесь опять. Ну, нормально? Многие спеки, которые, блядь, вот люди берут на успех, а толку, если они мейн спек, блядь, даже не могут апнуть себе Т5, они уже берут себе на офс. Толку от того, что вы берете. Такое ощущение, что эти, блядь, Т5 перестанут падать в будущем. И хотя бы соберите свой, блядь, мейн спек. И сделайте его актуальным, блядь, а не офф спеки. Мне на данный момент 4Т5, блядь, на этом. На танке. На хила нахер не надо. На ретрика тем более. Вы знаете, я не спешу собирать себе, блядь, того же самого хила и это. С учетом того, что эти шмотки нахер никому не сдались. Не было ни покупателя, никого. У меня лежит, блядь, 4Т5 на хила и 4Т5 на танк. Ой, на танка, на ретрика. То есть, мне они просто лежат, но их не активирую, банально из-за того, что мне не нужны. А давай ты мне активируй. Чё, Гефка, ты сам его возьмешь? Да он это, блядь, пропал куда. Так я ангел так и не ответил, типа. У него нет капа. Ответил, он говорил вначале, что ему надо. У него нет капли. И чё? Мне так
это, на Бруно шмотки не отдавали, хотя то у меня твин, и там тоже был сейф. Но у Капа ИП нету, типа, нет шмотки. Знаешь, я локом очень часто, получается, первое время я в ДВ ходил, потом локом я не ходил, у меня не было вообще синяка. Понимаешь, это твин, это мейн персон. Человек отсутствовал в рейде. Ну, а так почему он отсутствует? Значит, человек одевается. Если человек не ходит, значит, блин, он не одевается, естественно. Все просто. И пофиг мне на этот срез и тому подобное. Если 7к ЕП заработать можно за одну неделю. Ну так получается, человек заработал, но потом просто был срез. Ему опять вот фармить. И он отсутствовал, правильно? Ну я не знаю, но просто смотри, типа, вот пример. Я пришел в гильдию, нахуячил себе 7к, да, но произошел срез. И то бишь на следующей неделе у меня уже меньше, ну на следующем году у меня меньше, да. 25% от 7к это один инс. То есть почему бы ему не сказать было вчера, и тогда он заработал, если там у него было до этого на том срезе. Я ничего не хочу сказать, но я тоже, как пришла в гильдию, у меня тоже срез был, и упали это самое, перчатки Т5, и я их не полутала только потому, что у меня не было капа, хотя мой кап срезан был. Ну, то есть так-то так. Я про это и говорю. Мне сказали, таковы правила. Ну окей, и, как говорится, против правил не попрошу. Если в рейды, блин, реально, заработать 7к ЕП, это, блядь, вообще ничего не стоит. Неделю выходить. Можете ролить все. И тринкеты, и Т5 полностью все. А так вы ролите тупо весь нонсет и тому подобное, кроме, блядь, Т5 или тринкетов и пух свеча. Ой, ну ладно, ты, короче, ты доберу. При этом триньку на паладина вместо Кирсова отдали. Это Йена решил. Хотя Кирс хили только. Я ему отдал триньку. Кирс это офспек. Тоже надо разграничить. Ну, просто у паладина тогда не было семьи. И Кирс это трини не идет, тоже надо понимать. Зачем Кирс это трини? Она ему вообще... Холи паладина дал я, потому что это у нас сейчас единственный холи пал, кроме Пусси, который очень редко играет, который ходит в рейде. Который на каждом пуле падает. Но это уже другое. Ну не на каждом, уж совсем-то брать не надо. Так, кто у нас покамчит босса? Есть желающий? Из танков. Могу по товарам покамчить. Думаешь, удержишь? Нет, конечно. А можно кого-то? Да у него КД на ок. Нет, конечно, не удержу. По-моему, четвертый раз типа говорят, что кого-то уже КД. Если монород выдержит, пусть монород потанчит, если его не уронят. В коте, что ли? А Т5 да, да. У него есть монород? Да не уронит, 4. Не упадет он. На мишке есть Т5? Да, у него 4. Ну тогда не должен. Ой, ладно. Можно ассиста возьму? Не, Лёх, попасть. Лучше тебе танчить это по-любому вместе с ним. Да пусть монород, вон, пусть монород да, потанчит. Блядь, лучше такие? Не рисковать. Ну, Пианис и так устал, он каждый раз танчит. Дайте монороду потанчить. Блядь, я хуй знаю. Что тебе надо от тебя? Ассиста возьму выкупателя на плечи. Бери. Там у вас не нужен. Адмирал здесь я, но не готов. Плюс такие вопросы, я не поняла, на плечи на мага брать или... Так, раздавай-ка, иди кури. А он вышел куда-то, Крем? Он в онлайне. Я тут шкаф ставлю, помочь бы один не справляюсь никак. Тяжелый сильно. Вообще а тяжелый, по лестнице еле поднять. И хрен с ним. Слышим, адмирал, блядь, откуда твой? Мне вот на танка... Нужна, блядь, шмотка с РПБ мастерством, но мне ее не дают. Так, успех. Как быть? По мейну забираешь. Че это за шмотка-то? Миродробитель? Нет, башка. Даю проверку.
Подожди, ничего, рога не засунули. Забираешь просто эту шмотку себе по мейн-спеку за полную стоимость и носишь себе ее на этого. А там сказку обновить. Сейчас я дам. Все, рога тут. Сапку ты еще пьем, да? Да. Генерал, ты в деле присутствуешь? Вообще, еда нет, мне интересно. Ты не видел, что сегодня начитал? На Аларе, ГП. Ты мне задаешь вопрос, откуда 250 ГП взялось? Вчера не было, а сегодня появилось. Мы народ-то не прохилили. Положили рейд. Рыба стоит, мой народ. Гречка, чего не хватает? Стояла, ты просрал все. Там не только те, а всем. Откуда гречка? Босс? Сейчас, я гречка. Дай каски на раз, дай. Кто босс танчит? Мой народ. Народ. Только аккуратно, дайте ему поставить. А почему мы не можем танчить босс там, где он стоит? Я просто смотрела стрим Джоков, и они там его держали, и все. Потому что вначале летят сверки. Все готовы. Этот ханты на рейндж стадис. Если что, подстрахуем. Он. Дайте кулак. Дай кулак по нему 10. Полипал. Ну, народ, хоть бы ДД 3 не одну надел, что ли? Сколько у него ХП? 8. Поехали. Все, погнали, погнали, погнали. Все бежим. Следующий вопрос. Дайте мне народ. Че, давай, мой народ, иди. Геру дай с Джонни. Скан. Чайно, конечно. Веры не тратить. Так. Если там надо кому-то сажать, скажем. Продам за 5000. На гречку кидай сразу. Чтобы подкаты шло. Хулипал на Редвара можешь кинуть. Подвоз останется. Без сопрота сила бездна. Да, кто-то без сопрота очень сильно всекает. Джонни Тотен, по-моему, тебя. Блять, вам сказали выпить сопрот. В чем проблема взять банка, выпить сопрот? Дохните без сопрот, что вам банально, блядь, сложно взять с банка сопрот и выпить, но это уже перебор. У тебя как открышилась сарма? Конечно. Пианист. 20 секунд. Я не слышно было. Ну народ, чё, грота? 60% уже раскол. Дашь про двору получается сразу. Да. Хулипал на воида.
ХДР покажем. Маны дайте. Сладко. А на меня можешь кинуть диван. Да че я редвары не достаю? Маны. У тебя тут? Нет. Обвиняй его. Не спасай. Давай. Так, что там диван тебя заебает? Да, спаси и сохрани. СС есть или? Мана есть. Даю массакру, короче. Шурынок. Шаман упал. Ну серьезно, блядь, сапот не может выйти. Даже в бою. Леха, пора бы уже, я не знаю. Благодарю. Если саль вейс, дай по довору. Нету, саль, нет уже. А раскол? Раскол в КД. СС обменять. На себя закинь. Точнее. На себя СС кинь, да, блин. Им на ману отдайте, если кто-нибудь. Даю ману. Я попал, дай саль будет. У него еще локация. Сейчас плюс. И нора, если есть, шаману дайте. У меня нет. Тотем поставь. Еще раз. Тебя подожди, бабуль. А тебе нужен на себя СС? Я просто редвары тогда. Для трения будут не спасли. Еще раз готовься. Распол надо нули. Может пора БР, нет? Да не, не надо. У нас процентов добьюсь. Опа, сало. Еще раз идти. Там КД, блядь. Ага, сейчас, секунду. Дам. Знаешь, КД. Можешь наш сыграть? Сюда отчет. Гена, давай домашний. Как быть топ-1, да? Главное выжить тут. Что там есть? Стиль тебя орех, а? Короче, есть такая фишка, в тяжкий удар не бьешь и не набираешь. Я, по-моему, это уже говорил. Ну, плечо. Ты каждый раз говори. Дай теорию. Ну скажи, вмешательство топ-вара на этом боссе. Вмешательство решает. Согласен. Так бы мы давно сдохли.
Так, по луту. Теперь кому не надо, да? Плечи мне надо. Френдик, тут? Тебе на паладина получу? Да. Адмирал, напиши Френдику, пускай заходит. Если к тебе подошел, то лучше ситуацию. Еще у одного на духе стая бежишь, слышь? Единоличник. Я потом, когда он 4 куска купит, сразу голду нанесу. Бежит, блин, радостный. Пойди на Дискорде. Лёха, чё-то, по-моему, фолиант вообще бесполезная штука. А я говорил. А на кого он там, на хапала или на кого нужен? От него даже здесь толку нет, нифига. Я бы больше отхилил, если бы это... был с чешкой. Знаю, что ты паришься. Травму лутал на хп-приста. Лёха, посмотри ПМ, пожалуйста. Нет, не брал. Ну, как вариант, на таких просадках можно попробовать травму. Да нет, тут в холике и так отхил бешеный. Просто, грубо говоря, от нее толку нет. Она бесполезная. Она только в минус дает. Ее только дизнуть и выкинуть, и все. Да почему? Даже на этом боссе я её... Так, ну а чё, она, грубо говоря, отхилила что-то там, по-моему, сейчас скажу точно. Ты про Тринку? Если ты не... Да, 28к отхила от нее. Не знаю, абсорб какой-то был, нет, но... Тринка, да, я про травму говорю. Вон у Холи Паладина, смотри, 234 тысячи. 6,3%. Вот эта книжка отхил. Насыпал другое совсем. Еще раз задаю вопрос. Если ты не можешь, что ты делаешь в рейде? Нет, я тебе объясняю. Я могу. Я ходил с Ноута на Синдру и Лича, когда людей не было. Но если есть люди, то желательно не трогать. Потому что вот он, как наш интернет раньше, ну, до починки Сируса, лаганый, ну, так вот, с задержками может быть. Еще раз говорю, не прокатит. Или ты можешь, или нет. Есть два варианта. Ну, сумуйте, хорошо, сумуй. Второй нюанс, сет монород, поехали по чуть-чуть трэш. И этот, следующий... Подожди, стой. Суманите только меня. Там это, Матеола с адмиралом выдвигают. Следующий нюанс, народ, меня перед РТ лично никто не предупреждал, что вы идете на час-полтора в рейд. Поэтому все... то до 10 часов вечера уходит, готовьте, что у всех будет по 250 ГП, минус все ЕП. Ну, дай Матеоли потестить. Где-нибудь в РБК. А что ты, Обрел, говоришь, что плохая триня, там же... Ну, я тебе говорю, 28к за весь бой, она у нее толку, и 0,7%. Полина, ты не в рейде. Я говорю, тех людей, которые находятся в рейде. И того же Холли... Ой, это Эхшама, 150к. От нее толку только хоста. Сейчас. Все. Ну вот у Эхшама за этот же бой 150 тысяч он нахилил. 28к. Скриншот скинуть, нет? У Эхшама. У меня тоже есть вода. Я Холи Престома нравится.
Ну, типа, тринка-то хилит одинаково на всех классах. Я скриншот сейчас сделаю и скину. Прочитай, что на ней написано. От чего прожимал? А может, ты прожимал ее неправильно, а не прожимал больше. Потому что, ладно, хулипазл тоже 234 тысячи, например. Я ее по КД прожимал. Да, здесь. Так там по КД надо. Я не слышу, что ты говоришь? Говорю, херню всякую с мобов пособираешь. Хорошо. У нас все равно полчаса осталось. Почему? Ну, потому что все. Давай оставим Келя с Резкой, получается, на другой день. А что будет через полчаса? У нас 7 дней в неделю. Тась. Типа, конец их-то? Нет, их похрен. Элбрил, у тебя 340к ушло в оверхилл с этой три. ОКХМ, буду объяснять вторую фазу, где кому и что надо будет делать. Почему мы пошли в обычку? Потому что первого босса надо было убить. Мне, допустим, только первого босса надо было убить. Потому что мы тут идем всех остальных. Чтобы ХМ-ке можно было нормально все объяснить, надо будет заходить в обычку на первого босса. Там уже все объяснить. Воронка. Ну, Долорес везет, видишь? Ну, тебе что же сидим по ладно? Одна за год, блядь. Это как брюль за 2.5. Ой, расскажи на плиту о том, что такое один брюль за 2.5. Ой, у него сколько там? Уже один. Больше. Разве один? Один. При этом у него нет 1000 монет в запасе. Не факт, что я оттуда что-то выпадет. У меня даже на половине нет. Но у него зато на твинке 3 штуки. Но мне нет даже на мейне 3 штуки. Чё, видал каплю от протовара? Минус 30% урона. У меня он на друиде ни одной, хотя он у меня уже 1.5 года. Сейчас какой уже? Зато на шамане, которым я просто прокачал один брюль. Так, что мне делать, чтобы в оверхилл не уходило? Я вот перед кастом босса кидаю лужу, да, на область под нас, под всех. Чё, пианист? Ничего ты не сделаешь. Так я вот и тоже про то же и говорю. Ты можешь быть топом на синдре и на халёне вот его. У тебя на халёне второй, на третий. Ну тут сколько у тебя на ханте брюлей? Ну явно не столько, сколько у Биг Бабла. 4 честно заработаны. Пиола, тебе нужна эта тринька, нет, с хостой? Фолиант. Да я не знаю. Да, если я не знаю. Ну просто у тебя с этого, с кораблей триня или с кого там? Да, это, с она кораблей. Как бы... Только СПД дает, а так-то она бесполезная. На босса где подходит АУЕшный урон, эту тринкет можно выбрасывать. На босса где идет АУЕшный урон, тринкет этот лучше не одевать. В какой книгу или какую? Да. Объясняю почему. Идет маленькая АУЕшка, которая щит ваш лопает и этот от тринкета абсорб. И потом, блять, этого человека никто не может прохилить. АУЕшка дальше по нему тикает. По нему урон заходит, а от хил не идет. А щит лопает. Маленькая АУЕшка. Сало, фишка в том,
то, что мы вчера вот уже об этом говорили. То, что она отхиливает рандомные цели. И то есть она тебе может уже отхилить, типа, ну, эти 12 тысяч цели, которые уже захилены. И повесит на них деабсорб. Типа, из-за этого хуёво. То есть, грубо говоря, Синдра, Лич, комната, этот, Пров, блять, этот, как его, Вайши, Гель. Если бы она отхиливала цели с минимальным количеством здоровья, это уже, типа, другая история. Робот. Всех этих боссов этот синкет не нужно использовать. Ну так зачем он нужен, ведь он везде почти не нужен, грубо говоря. Этот трикет идет для таких боссов, как, например, вот следующий босс, Звездочёт. Пианист, уже три воронки. Ты же говорю, видишь, лучше решает. Чего? Две воронки, не надо. Но там еще одна лежит. Еще одна волна. Не знаю, пока у меня в сумке только две. Три. Ты что тут нас наебать хочешь или что? Теперь три. Мобы. Я весь трэш чекаю, в отличие от некоторых. Четыре. Пять. Пианист, просто может ты его не видишь. Эти воронки не видишь, а? Они есть. Вот Долорес. Мобы близко. Мобы близко. Чарж мой весь. Так, еще. Геру. Геру не хотите дать? В ближайшее время, три человека. Это Джонни, Слобик и Мяка должны сделать все по 4 ТП. Бля, убейте Вайда, Ася. Угу, убьешь меня, плюс. КД. То есть Шивы без КД. Еще и глухую оборону на всех повешу. На кого? На этих? На меня. Почему вы должны это сделать? Потому что это надо на ОКХМ. Хочу про товаров Т5. Хоти. А я сову в Т5 хочу. Блять, Артемий убегает, контрольте ее. Сука. Провидец, пол хп стоит. Анкел, бутер упал, всем пиздец. Тебе 2 Т5 надо в ближайшее время все собрать, чтобы ДПС увеличился. Плюс нонсеты. Даю чаш. По-моему, вон. Да. Не, нихуя. Выжили. Все заебись. Потому что принеси свою жертву. Нет, это капля про товара была просто по мишке. Кому-то нужен сапфир? Кому-то нужен про товар. Мне на холипало. Тебе на холипало? Арену 2 на 2. Не, тебе на холипало лучше талисман бездны. Ты чё? Ты не шаришь, что ли? Матки. Я вообще хотелся на протопало взять это... Как его? Этот, блядь. Тринкет, который с ЗС-ки падает, словно ступа, блядь. Это сплетение. Гадюка или как она там? Да, сплетение это. А, сплетение. Ты чё не взял? Но потом я взял волю Геры, я передумал. На холипало? На протопало. Я взял волю Геру для РБК. А чё там нормально данные заходят? Ну для РБК хорошо заходит. Блин. Хочу в РБК пойти мишкой в 4-5. Можно? Ну Артемий, спроси ощущения. Какие ощущения? Видишь, тут на этой трине написано, если цель уже обладает эффектом живой щит, при сжигании не будет поглощать получаемое исцеление. Живой щит это от другой трики. Да, а у нас их в рейде сколько? 2 Т5, 2 Т4 лучше.
Долорес, пожалуйста, не надо. Это рандом. Понимаете, это рандом. Вот именно, это рандом, Гевка, сори. А что, это живой корень стал слабом падать? А, это просто... Корень — это рандом. У адмирала, по-моему, есть, у меня есть, у кого-то из шаманов есть, да, Полин? У Полины. Ну, поэтому живой щит висит почти на всех, и это все уходит в оверхил от этой. Конечно, ты понял, что я хочу сделать, да? На всех не висит, Элброс, потому что та же комната, где нас Хэпал убивал. Мы там бежали, мы никого не хилили. Мы с ним настакивали этот корень, значит, все равно поглощение было. Там как же, знаешь, в этой же комнате моя чешка затащит намного больше, чем это ГНП. Я и говорю. Так что, если никому не нужно, тогда я верну, пусть дисну, да и все. Избавляйтесь. Избавляйтесь от этих вредных тринкетов. И, типа, она у меня есть, я тоже ее за ГП брала, но она бесполезна. Девки на успех. Вы знаете, в старых фильмах про кунг-фу, мой кунг-фу сильнее твоего, а ты тут говоришь, мой тринкет сильнее твоего. Мне, типа, на оф нужен только ради десятки. И это в будущем, типа, если я буду делать, собирать там себе пищу хосты, может даже больше, народ дружит. Пища вон на мотивовес. Этого мало, чтобы сделать омоложение 6 секунд. Чё, Гевка, кому отдать-то, тебе? А смысл омоложения? За десятки. Там хаприст 1400 нормальных запомнил. Это монорот 4-5 точно. Изи, ну да, там что там, одна кнопка. Трёпка с увечьем, трёпка с размахом. Трёпка с растерзать. Всё вроде, да? Трёпка с лунным огнём, с волшебным. Нет, Гена. Чес. Бля, могу кончиться. Ставлю рыбу. Где фурик? На этом боссе. Да, в это, фурик. А народ там на трешечке побудет. Я на это. Анкил, с тебя контроль. Угу. Не, ну Элбрил, ты забрал типа на фуктуемость. Я с ним. Да не проблема, я могу оставить и себе, мне ГП не жалко, чё. Казь, куда я попал? Я дал, я снимать ничего не буду. Если Гена захочет, ну типа, пускай снимает, но я снимать ничего. Адмирал, Делорус, каски я сейчас раздам. После босса я просто заново разрублю все. Тогда. Если отдаю шмотки, значит все, я начистил, но. Да нужно, нужно. Не нужно, я ее дизну, да и все. Я че, я с ней бегать-то не буду все равно. Полку не знаю. Может там кто-то еще просто мейнролил. Может быть, под ее поменяют. Не дизы, положи в банк, пусть похламит. Зачем? Это как долгоносик. Все здесь, все готовы. Поехали. Дает что. Каску я... У Ника есть каска. Дайте Геру. Давай я побольше. Смотрите, только выбегаете. Не запари. Монорота квадратик поставлю, смотрите за ним, выбирайте за ним. Старайтесь в нем держаться, чтобы не сорвать волна.
Видели, как сова летает? А говорят, не летает, да? Сюда в меня становись, Анхей. Где я? Отсюда будешь контролить. Я главное контролить. ДПС я уже. Давно я, кстати, не летал. Левый контроль. Че, не сиди на контроле? Угу. Каст. Что с кастами? Не сбили. Вары. 3 вара в рейде. Чем вары сбивают? Экшн. Рывком. А простое прерывание каста нет? Не работает? Не только работает. И сал. Но он вплотную не дается никого посещу. Вар выдержал. Я Уджа. Тяните сюда. В квадрат. В квадрат, встаньте. Конечно. Понимаю. Станьте монорота, чтобы трэш на вас не бежал. Подъем, шкма. Квадрат, видите? Контроль, фури. Все, бейте. Дал стан добивать. Че, кель оставим или нет? Да, по времени. Да. Сюда тяните череп. Каст. Видите, уже тут креста сразу. Выбежи. Да уйдите, отойдите. Лол, блядь. Чё, если я не мог дать, блядь, перо? Поднимите этот. Гена, подними мага быстро. Сейчас подниму. Старфол пойдет. Давай сразу его это. Перо сев дал бы, блять, выжил. Да протупил, я думаю, да я полетел. Есть. Коник? А, коник. Но ты с огнем играешь. Он постоянно так делает, кстати. И на лане тоже. Скиллованный пацан. Перебежали к
к этой ковечке. Тема заодно переставьте. Символ должен быть с собой. Да, все. Хотя... Сука. Бейте, босс. Овцу не трогайте. Ну, это не для нас. Жреца. Влетись. Тройте его, пока дектор. Да го убьем просто. Да убьем проще. Так Каз. Сюда, так. Сюда приведите его. Астат уж бить начал. Вас убить, косты позбиваем. Все, пока да будешь. Овца. Блять, ну ты серьезно? Где, блять, овца? Ты овцу и Каз сбивать мог. Каз бейте. Да вы чё? Чё у нас маг делает? Ты, блядь, овцой каз бить не можешь? Иди ты косты на боссе. Ой, на моба. Ну чё, саптир? Понимаю. А кому он нужен? Никому. Понимаю. Не ролить, я сам разрулю. Все через этот. Че там по времени? Да ну, ладно, дал бы паролить. А че ты такой? Че? Мы на выход или что ли перекур там или что сейчас будет? Сейчас перекур 5 минут. Можете на первого босса на платформу бежать. Кто на лук, как Элбрел, Линкольник, конечно.